сегодня 4 ноября. И сегодня собрались здесь все любители купаний и нырянь. И что ж, мы тоже решили покупаться и понырять. Сегодня ноябрь, а в ноябре мы еще не купались и не ныряли. Сколько купались и проныряли весь октябрь. Ну что, говорят, вода очень теплая. Ну, мы сейчас проверим. Ну и? Ну что я скажу, купайтесь всегда, и летом, и осенью, и зимой, и даже весной, потому что это круто. Ну молодец.